Добрый день, дорогие друзья! Приближается самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год. Это время чудес, подарков и исполнения желаний. Предлагаю вам окунуться в неповторимую атмосферу праздника через чтение новогодних книг. И поможет нам в этом фестиваль новогодних акций про Новый год. И сегодня я приглашаю всех желающих принять участие в марафоне новогоднего чтения. У каждого из вас наверняка есть любимое произведение о зиме, новогодних праздниках и сказочных превращениях. Присылайте видео прочтение любимых новогодних поэтических строк. Итогом марафона новогоднего чтения станет создание виртуального поэтического сборника. Я, как первый участник онлайн-проекта «Марафон новогоднего чтения», прочту вам любимые строки о зиме. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Волшебница зима». Идет волшебница зима, пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами, среди полей, вокруг холмов, брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Проведите новогодние праздники за чтением книг. С наступающим Новым годом!